В Сургуте прошел 5-й тур чемпионата высшей лиги по мини-футболу. В течение 3 дней были сыграны 9 матчей. Честь нашего города защищали две местные команды «Факел» и «Нефтяник». Если перед последней командой стояла задача набрать первые очки в сезоне, то газовикам предстояла защита текущей позиции лидера. Волею календаря обе наши команды должны были провести встречи с уфимским «Витязем» и КПРФ, а также кубком «Калининец» из Екатеринбурга. Мы, конечно, тяжеловато вкатываемся в команду, которая внизу находится, и как бы нам еще тяжело вот показывать свой класс, как там тот же Ямал показывает. Но я говорю, мы на всех соперников, которые находятся вверху, мы выходим сконцентрированные. Мне это, конечно, радует. Но будем вот поправлять именно то, чтобы свое исполнительское мастерство мы показывали как раз первым номером, играя против команд, которые находятся внизу. Калининец на тур в Сургут не приехал. Команде были засчитаны 3 поражения со счетом 0-5. В оставшихся матчах «Нефтяник» сыграл в ничью с «Витязем» 2-2 и выиграл у КПРФ 4-2. Это позволило воспитанникам спортшколы уйти с последнего места в турнирной таблице. Сургутский «Факел» с результатом 5-3 был сильнее КПРФ. А в заключительной игре тура газовики одолели «Витязь» со счетом 9-3. 20 лет работаю с командами на российском уровне, да? Я объяснить не могу. Совершенно серьезно объяснить не могу. Не знаю, что, с чем связано. Мы вели целенаправленную подготовку. У нас были, в общем-то, достаточно серьезные тренировочные нагрузки, которые должны были, вот, например, вот даже в сегодняшней игре, они должны были сказаться.